Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Волатильность на финансовых рынках остается на очень высоких значениях. И эта волатильность обусловлена паникой, которая характерна для всех секторов финансовых площадок. Паника, разумеется, обусловлена самой настоящей полноценной второй волной COVID-19, которая продолжает бушевать в мировой экономике. Очень плохо сейчас ситуация складывается в Штатах, где вроде бы как даже по заявлениям последним Трампа им удалось погасить именно подавить стремительное распространение инфекции. Вроде бы как количество заболевших пошло на спад, но вот, к сожалению, текущая неделя снова неутешительная статистика. Количество за сутки прироста заболевших превышает 50 тысяч человек. Еще хуже ситуация в Англии касательно плотности населения, касательно, если проводить сравнение текущей ситуации с тем, что было тогда, в начале 2020 года, на пике распространения инфекции. В Англии сейчас тоже уже прогнозируют потенциальный рост суточного количества заболевших в районе 50 тысяч. И опять же, именно по этой причине, друзья, мы сейчас наблюдаем тотальные распродажи британской валюты. Две недели назад фунт скидывали из-за риска Брекзита. Он на самом деле сохраняется. С начала этой недели британская валюта потеряла уже около 200 пунктов, потому что ситуация с коронавирусом существенно ухудшилась. И мы помним, советники правительства Англии рекомендовали в кратчайшие сроки снова прибегнуть к жестким мерам карантина, потому что если этого не сделать, ситуация в Англии выйдет из-под контроля. И уже в начале октября, когда и погодные условия существенно ухудшатся, климат станет жестче, количество ежедневных случаев, так же, как и в Штатах, перевалит за 50 тысяч. Аналогичная картина, правда, в меньших масштабах негатива сейчас и в ряде европейских стран. Но, друзья, мы видим то, что, к сожалению, эта тенденция сохраняется. Я допускаю, что дальше, через неделю, через две, может быть, все гораздо хуже. Как реагируют трейдеры на то, что происходит? Снова возрос спрос на защитный доллар, хотя я, честно говоря, не разделяю такую позицию. Я считаю, что если на фоне текущих панических настроений на что-то делать акцент, то это лучше же на золото. Почему золото сейчас не растет? Это для меня практически загадка, но я думаю, что это загадка для многих. И все-таки нормальная реакция трейдеров в плане ухода от риска, она возобладает в ближайшее время. Все-таки золото основательно закрепится выше 1900 долларов за унцию и пойдет выше. Опять же, в качестве бальзама для тех, кто сидит, находится в длинных позициях по золоту, прогноз Citi, который был вчера улучшен, пересмотрен с повышением на 300 долларов, сейчас Citi ориентируется, что к середине 2021 года золото будет стоить 2275 долларов за тройскую унцию. Я, в принципе, разделяю такой прогноз. Я не сомневаюсь, что золото улетит выше 2000 в относительно короткий промежуток времени. Но все, конечно же, зависит еще от активности того же самого Конгресса, республиканцев и демократов в согласовании новых мер экономической поддержки для национальной экономики. Поскольку мы все-таки говорим о ковиде, мы должны подразумевать те риски, которые тут же параллельно связаны с ним для мировой экономики. Эта тема сейчас важна, опять же, в обрисовке перспектив того, что произойдет с рынком черного золота. Brent сейчас у нас котируется на отметке 42 доллара за баррель. Я по-прежнему вне позиции. Я не рекомендую, друзья, вам сейчас залазить в сделки, потому что фон крайне неоднозначный. С одной стороны, есть факторы, которые сейчас способствуют снижению котировок. Это и последствия влияния пандемии на
экономическое восстановление, негативные последствия. Это рост нефтедобычи в Ливии после 8 месяцев блокирования работы ряда нефтедобывающих мощностей. Ливия снова возвращается в большой нефтяной спорт. И вот буквально через месяц, может быть чуть больше, предложение со стороны этого государства увеличится втрое. В августе, напомню, Ливия добывала примерно 100 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, объем добычи может вырасти до 300 тысяч. Доллар, который сейчас восстанавливает позиции, это тоже негативный фактор для котировок черного золота. Но есть и другой фон, который способствует росту цен на нефть. Это запасы, которые по тенденции свидетельствуют о том, что емкость нефти снижается. Это последнее решение стран ОПЕК плюс сохранить приверженность текущему формату соглашений. И вы помните намеки Саудовской Аравии, что если возникнут проблемы со спросом, они готовы рассмотреть возможность еще большего сокращения объема нефтедобычи. Ну и, конечно же, такой форс-мажорный фактор – это сезон ураганов, самый активный сезон ураганов в США сейчас с 2005 года. И, возможно, нечто подобное Катрине еще может произойти с рынком нефти вот в перспективе ближайших полутора месяцев. Учитывая неоднозначность такого фона, конечно же, сейчас очень трудно сделать ставку на какое-то трендовое движение, поэтому я рекомендую все-таки здесь не играть в угадайку и просто держаться подальше от рынка нефти. Рубль против доллара 76.09, санкционная агрессия Запада в адрес российской экономики сделала свое дело, рубль оказался под давлением. Я думаю, что если в конце концов и нефтянку будут дальше поджимать, то рубль окажется выше 78 и даже в районе 80 рублей за доллар. Индекс американской валюты 94.20. Сегодня очередное выступление Пауэлла в Конгрессе. Много он уже сказал, и в принципе то, что он отметил, способствует сохранению позиции того, что доллар может и должен быть аутсайдером. То, что ФРС готов к новым мерам экономического стимулирования, следит за ситуацией, понижательные риски сохраняются. И сейчас, раз уж мы обозначили Штаты как регион с сохраняющимся статусом эпицентра распространения ковида, конечно же, его риторика мягкая, она абсолютно оправдана. Пауэлл в очередной раз призвал Конгресс все-таки не медлить и дать национальной экономике, которая нуждается сейчас в дополнительных деньгах, полтора триллиона долларов, потому что они необходимы для выплаты повышенных пособий по безработице, а без этих повышенных пособий по безработице потребительская активность, которая сейчас идет на спад, может стать якорем для всего экономического роста. Я возлагаю очень большие надежды на решительность Конгресса, на то, что этот пакет фискальных стимулов все-таки одобрит, и, соответственно, ставлю на то, что индекс американской валюты может очень быстро оказаться снова в числе аутсайдеров. Держу короткую позицию, друзья. Индекс доллара – это довольно, скажем, консервативная торговая идея, потому что здесь нет свопов, и даже при жутком новостном фоне индекс доллара активно не ходит. По золоту уже поговорили, ждем выше 2000 долларов за тройскую унцию, биткоин 10500, особо ситуация не меняется. Индекс Dow Jones 27246 пунктов в моменте. Рост американского фондового рынка зависит именно от того, как быстро Конгресс даст экономике деньги. Вот все взаимосвязано. Но поскольку это, на мой взгляд, неизбежное решение, поэтому по фонде тоже взгляд только вверх. Фунт против доллара 1.2720 в моменте. Британская валюта валится. С этого четверга в Англии вступают в силу жесткие меры ограничения. Социальное дистанцирование, запрет на встречи большими группами, обязательное ношение масок, раннее закрытие общественных учреждений. В некоторых городах Англии действует вообще тотальный запрет на все. Это изоляция и карантин, который был в начале 2020 года. Это все, друзья, следствие того, что если бы эти меры не были приняты, то количество заболевших в октябре, опять же, могло бы перевалить за 50 тысяч. Это превентивный такой ход на опережение, проактивные действия правительства Бориса Джонсона. Будем надеяться, что они к чему-то приведут. Но, к сожалению, для экономики это существенный негатив, который усиливается еще и неопределенностью по Брекситу. Накануне ЕС еще раз прокомментировали ситуацию, отметив, что жесткий Брексит на данный момент это самый вероятный сценарий. Друзья, здесь
из-за высокой волатильности британской валюты. Возможно, это тоже очень рискованная сделка, но, судя по прогнозам и ожиданиям, британская валюта реально может оказаться в районе отметки 1.25. Евро против доллара 1.1678. Опять же, вторая волна ковида. Негативный фактор и для европейской валюты. Восстановление евро будет зависеть от того, как быстро будет оказано давление на индекс доллара. Но поскольку я верю в такой сценарий, по европейской валюте тоже в приоритете длинная позиция. На этом все. Всем хорошей торговой сессии. Пока.